Всем привет! Сегодня пятый день моего пребывания на Кавказских минеральных водах. И сегодня я сдаю квартиру в Пятигорске и переезжаю в Железноводск. Забыл, когда куда переезжаю. Дело в том, что со вчерашнего вечера идет дождь. Идет и идет и идет, и причем такой хороший дождь идет. И вот даже высовывать нос на улицу вот совсем не хочется. Я планировала сегодня еще погулять с утра по Пятигорску, так сказать, проститься с ним. Но прям вот этот дождь выбил меня из колеи. И поэтому мы собираем чемодан, обнимаемся с Евой. На диване. Сейчас придут, заберут ключи, и я отправлюсь в Железноводск. И там начнется новая история, о которой я вам буду рассказывать. Приехали мы в Железноводск. Здесь у нас жилье более скромное. Мы приехали сюда на такси. Такси стоит около 400 рублей. Очень быстренько нас сюда намчали. Ну, примерно полчаса, чуть побольше переезд занял. Беспроблемно вызвали Яндекс.Такси, 3 минуты, все приехали. Нам погрузили, привезли нас сюда, здесь нас встретили. И вот такая вот у нас комнатка. Это диван, на котором будем спать. Рядом там вот этажерка, в которую можно что-то вешать и складывать. Телевизор, стол, шкаф, 2 стула. И это у нас студия, поэтому кухня тоже здесь. Под этой салфеточкой индукционная плита. И окно, которое выходит на гору. Там сбоку гора. По-моему, мне сказали верблюд. Я еще не смотрела. Здесь небольшой коридорчик, в котором висит микроволновка. Стоит холодильник. Вот так, пылесос. И с этой стороны вешалка. Это мы тут расположились с чемоданами. И здесь у нас ванна с туалетом. Такой совмещенный санузел, туалет, ванна и стиральная машина. Так, стиральная машина, над которой висит зеркало. Ну вот и все. Небольшой экскурс я вам сделала. Конечно, здесь не такое шикарное жилье, но оно гораздо дешевле стоит. И нам на двоих вполне достаточно. Сейчас я хочу выглянуть в окошко и попробовать показать вам гору. Сегодня день дождливый. Но слава богу, дождь закончился. Всю ночь дождь поливал. Вон там гора. Гора Верблюд. На которой лежат тучи. В общем, начинается курортная жизнь в другом городе Железноводске. Пойдем изучать этот город. Ну и, конечно, вам все расскажем и покажем. Ну а на сегодня пока. Вам хорошего отдыха, если отдыхаете. Хорошей жизни и работы, если вы в данный момент работаете. Подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И не забудьте, заходите почаще. Я буду рассказывать много интересного.